Хочу сказать, что Нехайским районом руководят незаконно избранные под давлением. Эти люди недобросовестные, лживые и корыстные. За время их руководства районом творятся чудеса. Закрыт молодежный клуб «Ровесник». Районный стадион в плачевном состоянии. Территория рядом превратилась в болото. Повалились заборы на прилегающих территориях. Несмотря на это, Евгений Васильевич Лихчило, районный думы, был признан человеком года в номинации «Государственный человек». Недавно он опять же незаконно избран казачьим атаманом. Смеется весь район. Наглость и нечестность – главный козырь руководителей района. Но и главное – поддержка чиновников из области.